Вот я сегодня про косяки вам рассказал. Тогда не проверяй. Что-нибудь по... Я уже боюсь сленговое выражение говорить. На концерте в Кировограде была компания очень интересная. Сидела случайно, наверное, по блату билеты достали. Может быть, с пожарной или с налоговой. Такое бывает на концерты. По блату появляются люди, и они такие мероприятия. И они пришли, и они очень долго смеялись над словом, когда над словом «дуть». Ну вот была туба, геликон, инструменты там. В общем, меня научили со всей силы дуть. И вот это было у них восторг. Наконец-то они услышали знакомое слово. Я понял, что они вкладывали совершенно другое. Давайте споем какую-нибудь умиротворяющую песню. Среди бывших коллег по группе, пьющих коллег, песня называлась «Я Веркут». То, что слышит. Выступаю с пупитром, на самом деле там нету никаких подсказок, это такая актерская уловка. Ну, в общем, я иногда могу и забыть какие-то слова. На репетиции
спел эту песню, а потом мне показывают скриншот с обсуждений на YouTube этого момента, и кто-то пишет, вроде вернули эту песню, но по-новому поют. Один говорит, слышишь, что там по-новому? Слово «добро» не поет, и внизу коммент, значит, уже не верит. Поэтому не забывайте слова. Спасибо, ребята! Три, но кто мы такие, если будем у всех спрашивать разрешение.